Всем привет, друзья, с вами Алриэль, и мы продолжаем наше приключение в Скайриме. Итак, у нас есть задание поговорить со Стиром. Там квест, связанный с королевой волчицей, который мы уже очень-очень давно когда-то с вами делали. Посмотрим, что нас ждет в этот раз. Там что-то говорят, какое-то пробуждение. Да, я вообще... Сам одно ходячее приключение. Так. Собираем. Я вообще давно тут, походу, ничего не собирал. Да и бывал я в этом городе тоже давно. Много ингредиентов под алхимию. Это не может не радовать. Угу. Понял. Сейчас зайдем. Я тебя повсюду ищу. О. Тебе просили кое-что передать лично в руки. Замечательно. Посмотрим. Письмо. Не знаю. Но вроде все. Ладно, мне пора. Давай, до свидули. Завитки мыслей пронизывают все вокруг, и они же удерживают нашу реальность от распада. Так, ладно, я уже тут и так собрал. Сильно много. Картофан мне, спасибо. Картофан мне не надо, это уже... Нет, извини. Будет ничего. Перебор. Так, зал мертвых. Чем могу помочь? Нет, извини. Ничего. А, это, видимо, о тебе Фолк так высоко отзывался. Прошу. Это насчет Патемы. А, Патема. Древняя королева Солитьюда. Едва ли не самый опасный некромант в истории. Лет 500 назад она едва не уничтожила империю. По-моему, у меня есть о ней книга. Вызвать чей-то дух совсем не то же самое, что поднять кого-то из мертвых. По теме требуется помощь, чтобы вернуться к жизни. Сейчас королева-волчица скрывается там, где обитают мертвецы, готовые беззаветно служить ей. Она вернулась в свои древние катакомбы. Несколько дней назад один из ее прислужников пробился сквозь стену прямо в храм богов. Нам нужно, чтобы кто-то спустился в катакомбы. Ты справишься? Богов. Это я могу. Отлично. Твое присутствие на церемонии призыва связало тебя с Патемой. Поэтому уничтожить ее предстоит тебе. Да не вопрос. Я могу помочь тебе разобраться с ее прислужниками. Что же касается самой Патемы, отыщи то, что осталось от ее тела, видимо, скелет. Достань его из катакомб и принеси сюда, чтобы мы смогли осветить ее кости словом Аркея. Так. Ты давно присматриваешь за залом? Всю жизнь. Я практически вырос в зале. Видишь ли, мои родители были служителями Аркея до меня. Я верю, что мой долг защитить это место от тьмы, которая затопляется летит. У этого города богатая история. Столько безумия и убийств. Королева-волчица, безумный Пелагий, смерть верховного короля Торуга, а теперь вот еще и публичные казни. Книги могут о многом рассказать. Пусть все эти прекрасные улицы, веселые песни, легкомысленные барды не обманут тебя. Солитьюд полон тьмы. Это ты о Рогвере? Да. Я подал прошение капитану Алдису, и он разрешил похоронить Рогвера по нордскому обычаю, так, как принято в Солитьюде. Удивительная историческая фигура. Ей было неведомо раскаяние. Она совершала ужасные вещи, но при этом ей нельзя отказать в блестящем уме. А к концу жизни она, очевидно, стала весьма могущественным некромантом. Казалось, еще немного, и она станет императрицей. Но, несмотря на ее хитроумные схемы, ей так и не удалось достичь желаемого. Забавно, но если бы сейчас она была жива, она стала бы единственной представительницей линии Септимов. О, ничего себе, линия Септимов. Вот это да.
Пусть Аркей дарует тебе долгую. Так, ну что, а куда ж дальше нам? Нам, походу, пробуждение королевы-волчицы и... О, цветочки. Соберем. Мне не сюда, не? Солитьют катакомба. Ну, было бы похоже на правду, если бы туда. Так, храм богов. Победить по тему. Побежали. И я бы, наверное, хотел на одноручье перейти. Единственный их такой минус вот милишного оружия, что если меня пытаются кайтить какие-то маги и так далее, то очень проблемно мне с ними становится. Прямо очень проблемно. Да благословя, вижу, тебя что-то гнетет. Ты здесь в поисках совета? Нет, я пришел разобраться тут. Где тут спуск вниз? Ага, тут нельзя просто так собрать, да? Напомни нам о нашем месте. И мы забудем его. Присаживайся или молись у алтарей. Мы признаем все формы поклонения. А если меня это не совсем интересует, как так, да? Так, где спуск тут? Эй, поосторожней. Где-то должен быть. Да. А это все не то, не то, не то. Божественной сущности ведет нас через испытание. Так, возможно, здесь где-то. Да нет, ё-моё. Ого. Что да тут всем кому угодно. Интересно. Да благословят тебя девять богов. Чем молящиеся в часовнях иногда получают. Их природа меняется в зависимости от божества. Это мирный доминион. Так, ну это понятно. А, да. Когда-то тут был алтарь Талоса. Но поклонение Талосу было отменено. Это мир доминион. Как бы братья Бури этого не хотели. Ну это все безумно хорошо. Как вниз спуститься? Катакомбы. То ли я гоню, то ли лыжи не едут. А вот и, похоже, катакомбы практически у меня под носом были. Но я что-то немного не туда ходил. Нужен ключ. Все успешно открыли. Врываемся. Батя в здании. Сразу же F5 прожал, засейвил, погнал. Мох мне нужен, никому не нужен. Так, тут ничего интересного. Ну, наконец явился. Конечно. Герой, сохранивший мне свободу, возвращается в мои владения. Надо как следует поблагодарить тебя, детка. Когда ты умрешь, я подниму тебя, и ты займешь место в моем войске. Ну конечно. Скоро ты будешь служить мне. Да-да-да. Открывай, родная. Сейчас пойдем посмотрим, как и кому я там буду служить. Понятно. Все пытаются так меня и взять за яйца, чтоб я тому служил. Тому служил, еще кому-то. Ох,
А, это вампир? Ох, ни хрена себе. Поворот. Да. Да дайте встать, что за херь? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, как мне паяли, а? Блин, я так сейчас успешно все тюбаны свои потрачу. На одного какого-то вампира сраного. Да. Хотя, может быть, он был и не слабый, и не хилый, да? Просто он, видать, тут охранял непосредственно этот вход. И, возможно, было очень дерзко с моей стороны врываться. Опа, навык взлома. Годнота. Как хочешь. Подъем. Освободил от службы. Гуляйте, ребята. Опа, тут уже все по-серьезному. Свободен. Всех так аккуратненько прирежу. Опа, боец. Минус 2. Опа. Прострел какой мне сделали. Годный. Открывай калитку. Ох ты, ё-моё. Хитро. Ворвался. Пристанище тотемы. Свободен. О, это еще и военачальник был. Уже посерьезнее все пошло. А?
Свободно. Красавица. Так, тут он, я смотрю, выход. О. Ага, ясно. Головоломки прям, блин, мое почтение. Угу. Ну давай. Сейчас разберемся с этим всем. Хорошо. И за что ж последний отвечает? Стрёмненько. Опа, по красоте пробежал. Так, понятно. Все эти забрал. Этим я могу помочь. Видишь ли, нам нужно очень много свежих трупов, чтобы... Стоит мы сюда приходить. Однако. Но он сам виноват. Он мог меня не трогать и остаться в живых. Но не тут-то было. Святилище Патемы. Врываемся. Ща поглядим, чё ж нас тут ждёт-то. Что такое? Нихера себе, сказал я себе. Да, я согласен, я познал прям силу ночи, как никто другой. Хорошо. Конечно, пришла. Сейчас будет вам пришла еда сама. Ой, братишка, да? Не повезло тебе. Бывает. Что ж, идем дальше. Да, да, родной, лежать. Можно попробовать одеть обратно мечи. Уже близко. Подойди, кружка. Служи мне после смерти. Все? А, ну давай. Еда сама. Обожаю. О, ты какой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Родной, 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 сейчас. Вот так-то.
Сорянчик. Тебе удалось зайти далеко, смертное существо. Но сможешь ли ты выстоять против моих верных приближенных? Посмотрим. Давайте посмотрим. Зефирка. Минус один. Минус второй. А я ж вообще не радуюсь. Мне-то без разницы. Ой-ой-ой, кто-то ко мне решил подойти сзади, походу. Да, бандит, ты чё? Пух! Ого-го! Не-не-не-не-не. Братишку завалил. Увы и ах. Забрать остатки патемы, да? Сейчас заберем, где она тут валяется. Ты еще хочешь сражаться? Да не вопрос, повалимся. Все. Отлично, отлично. Ктоплазма. Железный меч разряда. Череп патемы. Успешно забрали. Неплохо. Ой, как хорошо. Тут, походу, и выход сразу. Всегда бы так. Опа. Братан. Там он еще один. Успешно всех перебили. Десантируемся в Скайримчик. Так. Сильно. И это все. Ну ладно. И на том спасибо. Оу, черт. Что-то я перестарался маленько. Приветливый слоад. Что это такое? Ах, какой сюрприз! Надо же! Свободен, родной. Я ж зашел просто так. Вы
Какое ты выбираешь? Заблудиться. Эй, осторожнее. Это я вроде и не собирался заблуждаться, я просто зашел. А тут такая петруха. Кого-то вечно не хватает. Один хороший рейд. Хотя мне этот отель 300 лет нужен. Тут кто-нибудь есть? Что это? Каюта капитана. Каюта капитана без капитана, да? Ну. Ну, он сам нарвался. Я-то как-то особо не собирался с ним. Так. Ну чё ж дальше? Или на этом всё? Походу всё. Жаль. Первый помощник, а где же тогда сам капитан? Странно. Хотя, может быть, сам капитан где-то там. Так, а ну карта. Не, подождите. Магия, крики. Рывочек, пожалуйста. И что это у нас тут? Солитьют, маяк. Замечательно. Это было опасно. Корень заберем. Он тут никому не нужен. Сгоняем прямо там. Он, что-то, мне кажется, пещера какая. Не исключаю того момента, что где-то здесь могли основаться пираты. Но это не точно. Грот, соленая вода. А ну зайдем мы сейчас в этот гротик. Надеюсь, там вампиров не будет, которые будут меня пытаться кайтить. Привет. Ну ладно, ты сам решил. Так, а это и все здесь? Непонятно. Ну, похоже, что да. Делать здесь нечего. Блин, жаль. Ну ладно.
Так, значит, так, карта мира. Давайте. Синий дворец. Ну-с, скорее. Да хранят тебя... Это настоящий подвиг. Неважно, на чьей ты стороне в этой войне, Патема опустошила бы всю страну, уничтожила обе стороны. Если бы не ты, произошла бы страшная катастрофа. И почему я не послушал Варния раньше? Я больше не повторю свои ошибки. Возьми свою награду. Ярл поблагодарила бы тебя лично, но она очень хочет сохранить пришествие Патемы в тайне. Не сомневайся, для всех нас ты спаситель Солитьюда. Рац. Все, двигаем. Сейчас еще забегу к жрецу, скину ему. Аж где-то здесь он. Да, прямо по курсу, не сворачивая. Так. Не, деда. Это ж я. Возвращение великолепно. Если люди постараются, справиться можно с любой бедой. Я займусь освещением останков. Надеюсь, Фолк не забудет сказать тебе, что теперь Солитьюд у тебя в долгу. Итак, отлично. Что ж, друзья мои, на сегодня, я думаю, это все. Всем спасибо за просмотр. Поддержите видео лайками, подписывайтесь на канал. И до новых встреч в следующих сериях. Всем пока-пока.